Кончается четверг, и дождик мелок, и сквозь него едва-едва видны два косяка летающих тарелок над мокрой территорией страны. И девушки, бегущие с работы, по лужам торопливо семенят. Промокший двор, и в нем промокший кто-то немножечко похож на меня. О, как легка и необыкновенна та женщина, что скромный свой уют несет в химчистку в сумке здоровенной, немножечко похожей на твою. А из-за облаков сквозь дождик мелкий глядит на двор в подзорную трубу борт-инженер летающей тарелки, немножечко похожий на судьбу. Кончается четверг, и дождик мелок, и трудно разглядеть в промозглой мгле чего-то, что на небо улетел, и то, чего осталось на земле. И две фигуры посреди стихии, друг с друга не спускающие глаз, промокшие, слепые и глухие, такие не похожие на нас. Счастливые, слепые и глухие, такие не похожие на нас. Здравствуйте! В эфире программа «Споемте, друзья», и в студии Татьяна Висбор и мой сегодняшний гость Алексей Иващенко. Леша, здравствуй. Здравствуйте. Леш, давай сразу перейдем на «ты», потому что все равно сорвемся, и я буду похожа на учительницу старших классов. Знаешь, когда дети приходят уже огромные, да, и она начинает путаться, то ли ты, то ли вы. Я здравствуйте сказал уже телезрителям, сказал здравствуйте. Леш, вот песня замечательная была «Кончается четверг», которая сейчас прозвучала. Она полностью твоя, да? Да. Написанная не совместно с Георгием Леонидовичем Васильевым, с которым ты долгое время пел дуэтом. Да. И я сразу вспоминается, знаешь, что вот удивительно, это воспоминания не мои, это воспоминания моей мамы. Тоже довольно известного человека в среде авторской песни, Ады Якушевой. Самые ее замечательные песни – это «Вечер». Господи, я забыла песню. Да, «Вечер бродит по лесным дорожкам». Это отрядная песня, да. Вообще любого отряда, любого пионерского лагеря. Да. Вот. Но у нее воспоминания свои про Саратовский фестиваль, который был в 1986 году. И да, это был первый всесоюзный фестиваль авторской песни с огромной помпой. Безумное количество замечательных бардов там собралось. И председателем жюри был Булат Шалчакуджава. Вот поэтому такой знаковый совершенно фестиваль. Всего их на самом деле было три, поэтому... но это был первый. И вот как раз на этом фестивале вы с Георгием Васильевым стали лауреаты. Да. И мама вспоминает, что когда она услышала эту песню впервые, «Кончается четверг», еще не видя вас, а на каких-то там бобинах, на пленках ей принесли на радио, и ей казалось, ей эта песня безумно понравилась. Знаешь почему? Потому что она ей напомнила песню Висбора. Песня Юрьевича Висбора. Не потому что это, нет, не потому что, а по как бы обращению внимания на детали, по образам. Вот борт-инженер летающей тарелки, это ее купило навсегда. И вообще это... По-другому, я честно могу сказать, и быть не могло, потому что Висбор — это один из самых любимых
я даже не могу сказать авторов. Это нельзя его назвать, для меня это, конечно, не просто автор. Мы не были знакомы, я никогда не был с ним знаком лично. Но для меня это просто отдельная планета. Но ты знаешь, в мире, конечно, не могло бы обойтись так, чтобы не похоже было. Значит, конечно, будет когда мама увидела вас на фестивале в Саратове, она совершила, у нее произошло такое некоторое смещение каких-то, значит, понятий и ценностей, потому что она считала, что эту песню должны были написать люди с опытом, умудренные опытом, так сказать, с какой-то легкой сединой, понимаешь, абсолютно выбежали мальчишки такие. И вот это еще ей импонировало. Она поняла тогда как раз, о чем мы с тобой говорили до сегодняшней передачи, и будем говорить и с тобой, и со следующими участниками этой программы, я надеюсь, о том, что авторская песня не умерла в результате. Да, это вообще не обсуждается. Это глупости какие-то. Кто это говорит? Это нелепое утверждение. Всегда. Что такое авторская песня? Да. Это очень простой ответ. Это когда человеку хочется сочинить песню не потому, что он хочет ее, там, я не знаю, продать, раскрутить, записать на радио, а потому что ему песню сочинить хочется. Вот он берет ее и сочиняет. И это желание всегда будет оставаться в людях, и они будут сочинять такие песни. А гитара будет самым демократичным инструментом. Ну, а гитара просто, она очень удобна. Если бы удобнее было возить рояль с собой, то все играли бы авторскую песню под рояль. У меня есть еще одна теория, в частности, что гитара стала таким вот демократичным инструментом по той причине, что невозможно было в те времена купить ни контрабас, ни ударную установку. А уж хорошее фортепиано, да еще на сцене, ну, это все это вместе. А иначе, если бы в этой ситуации оказался Шарль Азнавур, ну, поверьте, он бы тоже играл на гитаре. Это от безысходности. И люди почувствовали, что есть необходимость и возможность полностью выразиться, используя вот это. Это даже стало более интересным. Более, как бы, полностью выразиться, не прячась больше ни за что. Вот одна из теорий того, что такое авторская песня. Леша, а ты можешь сейчас вот на наших глазах полностью выразиться в каком-то своем произведении? О, нет, конечно. В одном. И все тогда. Нет, да. Ну хорошо, тогда хотя бы начни с самого. Ну, начнем тогда сначала. Давай. С географического факультета Московского государственного университета. У тучи нет иной заботы, как наше солнце закрывать, и расписание полетов безбожным образом срывать. Все небо в серой простокваже и мелкий дождик облажной отложит все заботы наши до 18:00, до 18:00. У ветра нет иной заботы, как наши тучи разгонять, и расписание полетов волшебным образом менять. Мы все в плену атмосферы, пока не стихнет дождь косой, и ожидание профиль серый завис над взлетной полосой. Завис над взлетной полосой. У солнца нет иной заботы, как наши ливни прекращать, и расписание полетов через окошко освещать. Молчит измученный диспетчер, закрывший небо до шести. Не плачь, мой друг, еще не вечер. Мы непременно полетим, мы непременно полетим. У жизни нет иной задачи, как ожиданием нас томить. Билет в руке, багаж оплачен, так что ж мы медлим, черт возьми. Когда еще счастливый случай представит нам Аэрофлот? Коль наше счастье так летуче, мы разрешим ему полет, мы разрешим ему полет.
Леш, 1980 год, да, ты закончил МГУ геофак. Да, да. И, ну, там очень много было связано, я знаю. Вот, знаешь, педагогический институт во времена моих родителей и замечательных бардов, Юлия Кима, там, и Юрий Ковали, театральных деятелей всяких, и Юрий Ряшенцев, и Петр Фоменко. Но в их время этот педагогический институт назывался Московским поющим институтом. Да? Вот у геофака была какая-то слава такая? Ну, конечно, конечно. Я знаю, что... Ну, нет, МГУ всегда славился своим театром МГУ, да? Да. А у нас на географическом факультете был свой театр, музыкальный театр, который ставил такие спектакли, которые... Мы молодые пришли туда, вот Гоша был на год старше меня, я молодой первокурсник пришел, он уже был матерый второкурсник, и он уже принимал участие в этих постановках удивительных, да, которых нельзя было даже назвать, жанр нельзя было определить того, что это такое. Это была не опера, фарс, не фарс. Умные люди придумали специальное название «эпопеоза». Не просто эпопея, а эпопеоза. Эпопеоз было три написано, мы уже в третьей принимали участие, потом мы еще четвертую, пятую дописали. Но это стилистика, когда... В общем, по большому счету, это был студенческий капустник, но очень высокого уровня. И по качеству как бы текста и сюжета, и очень высокого уровня постановочного. От него был один шаг до музыкального театра. И мы всему этому учились вот там. Я поняла. То есть рамки авторской песни, они не соблюдались жестко. Я вообще, на самом деле, для меня, когда начинают определять границы жанра, это для меня вообще, на самом деле, очень больная тема. Потому что, а кто, так сказать, определил, что это, как, какую ноту можно брать, какую нет? Никто. Можно играть на том или на сём, или, так сказать, нету. То есть существуют хорошие произведения, существуют человек плохие. Человек сочинил песню, да, да. Спел ее своей любимой девушке. Девушке понравилось. Все. Он лауреат своего конкурса авторской песни. Он его выиграл. Все. Нет другого критерия. А скажи, вот это легенда или нет? Я, кстати, на самом деле знаю, что не легенда, но хочется от тебя услышать еще раз. Говорят, что к созданию группы «Несчастный случай» вы приложили. Ой, ну это не совсем так. Это скорее знаешь, что, это не легенда, это совпадение. Я могу рассказать, как дело было. Да, да, расскажи. Уже мы закончили университет, и я уже учился в ВГИКе, и мы с Георгием руководили музыкальной студией при студенческом театре МГУ. Это была экспериментальная музыкальная студия, которая делала какие-то концертные программы, эксперименты, маленькие спектакли, что-то такое там варилось. И туда подтянулась очень хорошая компания людей. Там и Ира Богушевская пела, и да, Леша Кортнев с Валдисом Пельшем, являвшими собой тогда дуэт «Несчастный случай». Это был дуэт, где Лешка играл на гитаре, а Валдис просто пел. Очень хорошие песни, нам очень нравились. И вдруг там собираются еще Сережечка Рыжов с Мехмата, Паш Мордюков с нашего географического факультета. Они там знакомятся, и мы понимаем, что нам-то там делать уже нечего, собственно, потому что там возникла некая общность. Они до сих пор работают вместе. Это компания, появившаяся вот тогда. Поэтому мы скромно говорим, мы их просто познакомили. Ну, хочу тебе сказать, что многие из перечисленных тобой людей считают вас своими учителями. Это, конечно, гуру. Очень приятно, но это не так. Я могу сказать, я не могу считать себя учителем Сергеевича Крыжова, у которого просто он консерваторски образованный человек. Мне его нечем учить. Хорошо, поговорим о молодых. Вот ты только что сейчас вернулся из Чебоксар, да? Да. Что там было? Фестиваль? Там был фестиваль, который проходит, внимание, в 33-й раз. О, Господи, да. Боже ж мой. Этот фестиваль ежегодный, который проходит там в 33-й раз. Публика очень хорошо знает, на что она идет. Поэтому зал тысячный практически полон на обоих концертах. И на субботнем, и на воскресном. И нелепое утверждение о том, что авторская песня умерла или там плохо себя чувствует, там выглядит просто смешно. Это невероятно. Субботний концерт шел 4 часа. Я тебе хочу больше сказать. На самом деле это уже нелепо выглядит везде. Меня это даже, знаешь, одно время настораживало. Вот я наблюдаю третий год, безумный всплеск и какой-то совершенно неимоверный интерес. Ощущение, что люди то ли изголодались, а где они раньше были, тоже непонятно. Но, тем не менее, это аншлаговые залы. Больше, да. Это безумный интерес ко всему, что происходит на сцене, когда выходит человек с гитарой, да, и все.
вот как ты думаешь, почему вот почему сейчас это происходит? Ты знаешь, вот у меня тоже есть своя теория, я ее тебе расскажу, почему это происходит зимой, да? Потому что людям хочется тепла. В прошлом году 35 градусов, 38, сидит огромный политех, набитый людьми в шубах, в валенках, потому что там полетели все оборудование, все отопление. Мне кажется, хочется тепла, вот, особенно зимой. А почему это происходит в другое время суток, я не скажу. То есть в другое время года, я не скажу, да. Ну, мне кажется, здесь несколько причин. Одна из них очень банальная. Ну, маятник качнулся. Маятник качнулся в одну сторону. Мы наблюдаем сейчас качок маятника в другую сторону, усиливающийся явлением, которое мне, например, очень греет душу, честно говоря, сменой поколений. Появляются люди, которые сочиняют новые песни, нам неведомые. И, ну, у меня есть присказка такая. Кто-то должен сочинить «Yesterday». Вот в хорошем смысле слова. Мы когда учились в школе и слышали «Beatles», «Yesterday», та-да-да-да-да-да-да-да. Эта мелодия оказалась абсолютно совершенной. Вот не добавить, не убавить ничего. Это... Эндрю Ллойд Вебер в одном из интервью сказал, самое большое несчастье моей жизни заключается в том, что не я сочинил «Yesterday». Эндрю Ллойд Вебер, написавший «Phantom of the Opera», там «Иисус Христос, суперзвезда», на минуточку написавший. А ты знаешь, я тебе хочу сказать, что рассказывают такой же анекдот исторический про лидера группы ЛО, Джеффа Лина, который сидел, тоже присутствовал на какой-то записи «Битлз», вышел, сел на ступеньки, долго рыдал и говорил, он уже все написал. Так вот... Для своего поколения они все написали. И кто-то сейчас... Вот маленькая, как бы, такая, ну, дорожка в сторону, ответвление небольшое. Ах-ах-ах, мы все смеемся. Ай-яй-яй, милая моя, солнышко лесное. Ха-ха-ха, авторская песня, там 3 аккорда или 4. Ребята, сочините песню, которая после одного исполнения, через 3-4 месяца, будет запета всей страной. Без раскрутки, без ротации. А по одной простой причине, потому что она точно соответствует общественным ожиданиям. И больше всего этим напугает автора ее написавшего. Потому что отец, на самом деле, совершенно не ожидал, что песня, написанная к дате, к окончанию какого-то фестиваля, который он считал проходной в каким творчестве. Образом, да, каким вдруг... образом вдруг люди понимают, что эта штука попадает им... Это даже нельзя назвать попаданием в сердце. Она становится их. И ее не нужно крутить по радио, как там какую-нибудь группу блестящую, чтобы... Она... Сама существует, она существует уже без автора. Как этот самый Кукин вернулся из экспедиции, а песню, которую он сочинил в экспедиции, уже поют в Питере, в его родном городе. Она раньше его успела туда доехать. И уже раз все запели. А я еду за туманом. Леша, а у тебя был какой-то момент в твоей жизни, когда ты был абсолютным русским народом? То есть нет, вот то, никогда что это такого не обсуждается. Это слишком высокая планка. Так вот, я все, в смысле, ты меня не собьешь. Я считаю, что пришло время сочинять новые «Yesterday», новые «Милые мои», новые песни, которые будут попадать к людям туда, куда они должны попадать. Когда человек слышит «Спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди», и никогда больше в жизни не забывает эти строчки. И сочинить их можно только одним способом. Не выбирая те строчки, которые обязательно запомнятся людям, а точно понимая, чем живет в этот момент нация, страна. Народ. Это очень трудно. Леш, и я считаю, что это дело... Я очень сложные вещи говорю, но я так думаю. Вот после пафоса такого спой, пожалуйста, давай немножечко это... Чего спеть-то? Да знаешь что, спой, что у тебя приходит по ассоциации. Просто что ты... Что хочешь. Разлетались в кусты мотыльки, из-под каждого нашего шага. Избранник сезона июль изумрудный костер раздувал. Мы хотели дойти до реки, а дошли лишь до бровки оврага. И на самом краю мы устроили первый привал. Мы устроили первый привал. Ах, как время бесшумно текло на краю земляничной поляны.
что в июне успев отцвести, вдруг укуталась сладким ковром. Мы хотели собрать полкило, а собрали едва с полстакан. Да и те на обратном пути растеряли во враге сыром, растеряли во враге сыром. И с тропинки прямой, как копье, мы свернули в открытое лето. Мотыльки разлетались в кусты, слыша дерзкие наши шаги. Мы стихи сочиняли вдвоем, но сложить не смогли и куплеты. Видно, головы были пусты или заняты были другим, или заняты были другим. Видно, два большелапых щенка заплутали в просторах великих и вернулись к заветной прямой, испугавшись блуждать до зари. Мы отправились счастье искать, а нашли только горсть земляники, да и ту по дороге домой всю просыпали, черт побери, всю просыпали, черт побери. Замечательно. Лёш, а скажи, пожалуйста, продолжая разговор про молодых. Mm-hmm. Вот пора бы им собраться в стаю. Да. Да? Вот такая была мысль у тебя. У меня идея есть такая. Я хочу, я не знаю, когда я успею этим заняться, я хочу организовать концерт в Москве такой под названием «Смотрите, кто пришел». Чтобы там выступила вот команда, с которой я недавно познакомился, просто... Ну, можно я скажу, что ты один из участников и создателей, и вдохновителей песни нашего века этого замечательного проекта? Да, было такое дело, да. Но проект как-то существовал и существует. Не, он существует, да. И все хорошо. Только мне кажется, что... уже ну готовы как? Люди, которые готовы написать новые «Yesterday». Да, я совершенно в этом уверен. И более того, которые готовы встать рядом и поддержать. Подставить плечо. Да, век-то молодое. Век-то изменился. И я не могу сказать, что наступивший век наш. Нет, это век их. Поэтому я считаю, что должны... Припасено название. Да, да, анонсирую. «Песни нового века». Здорово, да? Аббревиатура та же. Да, они уже выступали, ребята. Причем так неожиданно получилось. Мы просто в порядке очередности знакомства. Я познакомился с Сашей Щербиной, с Кирой Малыгиной, с Адрианом Крупчанским, с Левой Кузнецовым, с Никитой Дорофеевым, с Пашей Фахрутдиновым. А вот они выступали на вечере, вечере памяти Виктора Семеновича Берковского с песней «Тихоокеанская звезда». А буквально вот неделю назад состоялся совместный концерт Киры Малыгиной и еще одной удивительно талантливой поэтессы, исполнительницы Ксении Полтевой. И еще с одним очень интересным человеком, с Романом Филипповым. И дуэт Полтева-Филиппов — это тоже отдельная песня. И это совсем... Я в этом ничего не понимаю. Я просто понимаю, что это правильно. Вот, что это происходит так, как должно быть. А дальше вот пусть они все это двигают. Нет, при этом надо сказать, что ребята крайне молодые, если не сказать юные, вот с несколькими буквами «Н». Знаешь, когда хочешь сказать «юные» просто. То есть 23, 24, а то и 20. Они пишут стихи, которых я, например, сочинить уже не смогу. Не потому, что я там не смогу, а просто потому, что для того, чтобы их честно сочинять, нужно иметь в возрасте, там, скажем, 25 лет, как у Ксении, такой талант, как у Ксении. Вот и все. Да. Я в этом возрасте не имел такого таланта. Я поздно узнал, что такое авторская песня. Понимаешь, какая вещь? Я до первого курса университета ничего не слышал вообще. И вдруг к нам в сентябре приходит у нас концерт. В аудитории 21.09 выступает Сергей Яковлевич Никитин,
Сергей Никитин и его квинтет. Сергей, Татьяна и еще трое вместе с ними. Я как сидел, так со стула и свалился. Этого не может быть. А где? А где? А что? Где это можно? Что это такое? И вот эту запись, которая была сделана на магнитофоне «Весна», я еще до дырок заслушивал. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. В июле на практике. То есть это вот через, там, через 10 месяцев после этого я сидел и вычислял. Как же это можно... Как же, что же это такое за песня-то? А, и мы уже про этот концерт... я его знаю сейчас наизусть, этот концерт. Я знаю, кто что сочинил, где чьи песни. А тогда это был просто шок. Мне показалось, что так не бывает. Это мое, а я этого не слышал никогда. Вот сейчас со многими происходит такая же вещь. Понимаешь? А многие не понимают, что существует что-то, кроме того, что происходит в телевизоре и в радио. А существует планета огромная. Есть замечательный человек, гитарный мастер Николай Гусев. Да, наверняка ты его знаешь. Такую, это ему принадлежит название, которое я считаю афоризмом. Он сказал, да у нас в стране есть музыка, которой нет. Я говорю, как? А ее нет нигде. Ее нет в телевизоре, ее нет в радио. У нее нет своей критики профессиональной. У нее нет своих профессиональных печатных изданий. У нее ничего нет, а музыка есть. Потом да все какая? Ее знают, и все ее... Все знают, все ее поют. И фестивали... А что говорить, в Америке за лето проходит 19 фестивалей авторской песни. Я был на одном. Ребят, ну супер, ну интересно. У нас уже больше 400 да, ну, по у нас России. Просто... То есть из каждого года... У меня есть ощущение, что уже немножко там что-то должно происходить. Начали гнать. Я надеюсь, на, опять же, на, вот, на тех, кто сейчас ну, начинает вот в этом году, сейчас. Не в этом, а летом прошлого года, 2006-го, да, ты был на Грушинском фестивале. Вот как он трансформировался? Ты же не первый раз там был. Возможно, не последний. Не знаю, мне трудно судить. Я очень долго не был на фестивале. Мне показалось, что на фестивале отсутствует то, что в таком серьезном фестивале должно происходить. Отсутствует художественная концепция. Это не может быть сборной солянкой всего, что происходит в стране. В стране происходит много. Это должно быть как-то стратифицировано, распределено по времени и пространству и как-то, ну, как сказать, оценено. Оценено теми людьми, которые являют собой художественное начало, то есть художественный совет. Я считаю, что конкурс авторской песни – это вообще некая нелепость, по большому счету. Mm-hmm. Должен существовать конкурс, но мы с Георгием никогда не участвовали в жюри. У нас был закон. Один раз мы попали в такую ситуацию, когда мы попали в жюри, и кроме нас в жюри никого не было. И мы не могли сказать, вы знаете, мы не можем быть в жюри. И мы согласились на это. Это было в Сергиевом Посаде. Мы собрали всех конкурсантов и сказали, друзья, сейчас вы все по очереди будете петь. Вот вам бумажки. Напишите, кто из вас первый, кто второй, кто третий. Это просто. Потом мы собрали, посчитали, сказали, ну, а зачем мы здесь были нужны? Наше мнение полностью совпадает с вашим. Все прекрасно понимают, по большому счету. Поэтому участвовать в таких жюри очень сложно. И, мне кажется, не нужно. И такой фестиваль должен делаться весь год. Люди должны знать, кого они приглашают. А вот есть такой человек интересный в Алма-Ате, там, скажем, условно. Дуэт «Северный ветер» в Алма-Ате есть такой. Да, знаю. Да, Эдик двухименный и Сергей Томилин. Я их в Алма-Ате услышал, думаю, а как они, где, почему они мимо меня прошли? Потому что в Алма-Ате или почему? Потом приехал на Грушинский фестиваль, а там их тоже не очень знают. Так таких людей в каждом... Я просто привел вот людей, которые всплыли сейчас в памяти. Я проездил, я таких людей видел удивительных. Удивительных. Молодых совсем. Леша, а у тебя есть фестивальные песни свои, вот, которые абсолютно подходят вот именно к... К тому, что мы называем такой классической авторской песней. Хорошо, тогда ту, которую поют у костра. Костра. У костра. Ну вот я спел про тучу, вот про тучу поют. Ну, я могу спеть еще одну старую песню, которую, ну, ее действительно поют у костров, я это слышал своими ушами. Дождь над Эльсой кулем сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрошил. Кто-то от нас вдалеке, стиснув фонарик в руке, месит болото. Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолета. Где-то в морях неизвестных и злых бродят суда, словно суши осколки,
где-то в степях зацветает полынь. Там за хребтом мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части тяньше раскрошу. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвье струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари на языке говорит, на зарубежном. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не иголка. Пусть нас опять разделила стена. А за стеной мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрошил. Насколько я помню, на концертах еще было продолжение. Продолжение начала этой песни. Я имею в виду пародию, пародийные строчки. Хулиганство пошло. Ну хорошо, хулиганить сегодня не будем, раз уж так у нас. А скажи, вот географический институт, да, я все у тебя... Географический факультет МГУ, и потом в ГИК. Да. Там у тебя были замечательные педагоги. Да, я учился у Сергея Федоровича Бондарчука, да, и Ирины Константиновны Скопцевой. Угу. А страшно спросить, как относились великие актеры к авторской песне? Они то, что ты не мог не петь, наверняка... Очень профессионально. Угу. И Сергей Федорович абсолютно трезво, спокойно, без эмоций, просил меня по возможности не петь. Объясняю. Он говорит, если можешь, пока не выступай, пока не окреп. Угу. Принципиально разный подход. Мы занимаемся четвертой стеной в мастерской, а ты занимаешься тем, что ломаешь четвертую стену. Ломать-то уже он навострился. Угу. Теперь давай построй ее. И я года на два так затих. Потому то что... есть и не писалось ничего? Казалось бы, человек попадает в творческий вуз, да? Уже сам... Ну, что-то сочинялось, но я хочу сказать, что я очень серьезно к этому относился, к этой профессии, очень серьезно. И я изучал ее просто так очень-очень досконально как-то, актерскую профессию. И я счастлив, что я попал вот в руки такого мастера. И я иногда ловлю себя на том, что я многие вещи не могу позволить себе внутренне, по той причине, что я представляю себе, какие люди тратили на меня свое время. Я не могу там сниматься в каких-то там, вот в том, что там что-то такое было. Пока мы Нордостом занимались, мне предложили два сериала. Я так прочитал и думаю, нельзя. Ты сам упомянул о Нордосте, ты был арт-продюсером этого. Мы с Георгием, в общем, делили практически все обязанности, кроме тяжести продюсерской ноши, которую он взвалил практически на себя. Это вообще непонятно, как это можно было поднять. Мы делили пополам. Вот мы в тот период встречались, и ты говорил, что планов громадил по поводу мюзиклов. Да. Я боялась тебя спросить, но хочется ужасно. С ними что, покончено или все-таки есть? С мюзиклами? Да. Но это же любовь на всю жизнь, Леш. Ну, ты когда в одном интервью прочла, что ты увлекся Кетц, это было тоже шоком с другой стороны, да? Нет, как? Я не увлекся, я не Кетц мы не делали. Нет, это не вы, а просто ты когда-то эту... А, идея такая была. Да, этот мюзикл увидел. И... Да, очень интересно это все было. Дело не только в том, что это любовь на всю жизнь, это еще и дело, которое я, как-то ни странно, достаточно хорошо знаю. Я знаю, как это все устроено. Хуже другое. У меня есть ощущение, что я это знаю лучше всего, чего я знаю в жизни. Поэтому, в общем, рано или поздно мне все равно придется этим заниматься, потому что все остальное я знаю немножко хуже. Музыкальный театр я себе как-то так представляю, потому что просто мы с Георгием прошли школу Нордоста, когда на ровном месте, ничего не зная, ничего не умея, мы начали строить такой спектакль. Конечно, мы учились у западных партнеров, мы год работали по другому проекту, который назывался «Отверженный» или «Мизерабль». Мы хотели делать этот спектакль на русском языке, и кризис 98-го года прервал этот проект.
И за этот год мы очень много чего узнали и научились. Но, конечно, это было блуждание в потьмах. Сейчас многое бы было сделано по-другому. Но время прошло, Нордос лежит на складе, ждет своего часа. И час этот, я уверен, пробьет. И пробьет час не только Нордос, то у меня предчувствие. А не только у тебя было предчувствие, насколько я помню тоже из интервью, я это взяла, что Сергей Федорович Бондарчук сделал пророчество некое. Да. Ну, это было давно, но он, в общем, ошибся на несколько лет уже. Когда мы заканчивали в ГИК, и у нас был прощальный ужин, банкет, в ресторане «Прага», на минуточку, мы собрались все там, молодые, свежеоперившиеся артисты, и Сергей Федорович, Ирина Константина, собрали нас, и Сергей Федорович говорит: «А ну, сейчас я вам всем буду гадать, что с вами будет». И каждому рассказал: вот тебе нужно, это было не гадание, а, в общем, наставление, что делать-то, что играть, на что соглашаться, что не соглашаться. Апропо, ни одной девушке он ничего не сказал. Они обиделись в конце. А почему нам не говорить? Он говорит: видите ли, женская роль, это, говорит, на 50% оператор, на 30% гример. Ну, что я вам буду рассказывать про ваши 20%? Вперед, девушки, бейтесь. Потому что все делают оператор, гример и художник по свету в женской роли. А мужикам, говорит, нужно самим. Я говорю: а мне что? Он говорит: а тебе ничего не будет. Говорит: ты жди лет до 45, потом тебя снимать начнут. Жду. 45 прошло. Подожди, ну, где уже там что? Нет, началось. Ну, снялся я в двух фильмах. Я не могу сказать, что я очень рад и горд этому. Ну, так. Я видела один. Какой? Я «Дура» видела. А-а-а. Мне он очень понравился. А «Дура» неплохой кино. И мне очень понравился ты. Ну, там эпизод, там, но такой смешной. Нет, даже, я не могу сказать, если это эпизод, то он расширенный. Но просто ты попал абсолютно вот в этот типаж, понимаешь? То есть вот абсолютно узнаваемый человек, абсолютно узнаваемый характер. Ну, учили чему-то. А я еще, ты знаешь, вот странная мысль, кстати, предложение к режиссерам. А действительно, почему не снимают до сих пор? Потому что даже в эпизодных ролях это очень сильно. Я как-то спокойно к этому отношусь. Ну, со многими людьми такое происходило. Потом, ну, может, тут... Нет, но зато знаешь, у тебя сложилось, что называется, с дубляжными ролями. А, меня все спрашивают: а кого вы озвучивали? Я говорю: достаточно троих. Моим голосом говорит практически весь Хью Грант последних лет. Это «Дневник Бриджит Джоунс», там «Ноттинг Хилл» и так далее. Нет, я хочу сказать, что даже по мнению большинства, Хью Грант владеет своим голосом не так хорошо, как ты. Его. Ну, там пришлось поработать немножко над артистом. Пришлось, да. А Робин Уильямс, а вот тут, да, до этого парня не допрыгнуть. Он получил на минуточку за этого самого, за Джина, он получил «Оскар» за звучание, что он там делает. Это неповторимо вообще. А, ну и третий, это, конечно... Дональд Дак. Это тоже 10 лет я озвучивал. Подожди, еще «Чайка Скатл» сейчас из последнего, из «Русалочки». Ой, ну, «Чайка Скатл». Есть одна гордость. Гордость одна есть. В прошлом году озвучен на студии «Пифагор» на русский язык, переведен и спеты все песни. Знаменитый мюзикл «Братьев Шерман» 64-го года «Мэри Поппинс» с Джулией Эндрюс и Диком Ван Дайком в главных ролях. И мне выпала честь и счастье не просто писать тексты для этих песен, пополам с Петром Климовым мы эту работу сделали, там 26 музыкальных номеров, гигантских, чудовищных по сложности, с фантастической музыкой. Но я еще и спел и озвучил всю роль Дика Ван Дайка на русском языке, трубачист Берт. И он вышел на DVD этот фильм, и кто его видел, и где он, я его не могу сам купить. Ну, будем надеяться. Купил пару экземпляров, подарил друзьям. Ну, очень хорошая работа. Леш, тогда все равно, так сказать, человек, который когда-то начал писать, я не думаю, что он закончит когда-нибудь. То есть, возможно, что писать? Скажу страшное, да. Но. Песни. А, песни. Песни, да. Это время от времени они появляются. Иногда бывает такое ощущение, что... Да, говорят, что Пушкин, когда написал Бориса Годунова, ну, говорят, это в школе проходит, Пушкин прыгал по квартире, кричал: «Айда Пушкин, айда сукин сын». Айда сукин сын было, да. И вот когда что-то такое получается, то всегда радуешься, думаешь, вот, получилось. Проходит неделя, думаешь, какой ужас, это все до тебя уже 100 раз написано, и, ну, плоско, блекло, и никому гони не нужно. Гони от себя эти мысли. Так вот, бывает очень редко, но по-другому. Вот так случилась песня, которая уже мне вот уже 5,5 месяцев нравится. Yeah.
никуда не спешу, я стихов не пишу, мне собрать бы слова воедино, чтоб хоть себе самому объяснить, почему, замыкаясь искрят провода, я не пойму ничего, и себя самого я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда. Удивителен, но он описан давно мудрецами иных поколений. Их немало читал и счастливей не стал, и храню свой диплом под стеклом. Но назначенье иных, неподвластных уму повседневных вещей и явлений, мне не дано описать ни при помощи слов, ни числом. Вновь в лабиринтах наук непредвиденный крюк совершу на гранит, натыкаясь вновь, перечту мудрецов и в конце-то концов одолею шине и муму. Но почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода, замыкаясь, я очевидно уже никогда, никогда не пойму. Я никуда не спешу, я рукой не машу, я к разлукам привык, и к утратам вновь улетит самолет, пароход уплывет, и года потекут, как вода. Но с мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Вот после этой песни тяжело говорить. Что ж ты, злодей, наделал? Хочется вот такое что-то, такую фразу бросить или реплику. Лёш, ты знаешь что, давай тогда сразу споем. Я вот что хочу тебе предложить. Да. Телеканал называется «Ностальгия». И последующим гостям я думаю, что я буду предлагать что-то в этом роде. Вот слово «ностальгия» само по себе у тебя вызывает какую-то песенную ассоциацию из твоего собственного творчества? У меня вызывает из твоего собственного творчества. Я хочу понять, совпадают ли они, да. Эту песню, которую ты написал не в соавторстве, написал ее сам. Вот у меня всегда, когда... Причем самое интересное, что к слову «ностальгия», к понятию, вот для меня оно практически не имеет никакого отношения. Оно имеет отношение к некому завершению... Ну что, мне тебе подсказываешь? Угадай, прям смешно. Свою же собственную угадай песню. С одной ноты. Да? Да, не знаю, мелодию. Честно говоря. У меня ностальгия – это 3-4 песни, которые я уже спела. Это и про тучу, и про «Кончается четверг». Вот ну, придется мне тогда тебе сказать про мою ностальгию. Ну, вот что у меня абсолютное вот почему-то слово с твоей пробежка по Мексиканскому заливу. Это вот для меня... Вот именно почему-то тоска по родине, хотя совершенно ни про какую тоску. Это первый визит в далекое зарубежье, в Америку, с театром Алексея Рыбникова, где я тогда работал, и первая попытка начать новую жизнь путем бегания по берегу залива. Ну, это быстро проходит. Обычно в понедельник начинаешь новую жизнь, как бывший, в четвергу она заканчивается. Как человек, который бывший спортсмен, который занимался легкой атлетикой. Нет, ну там конечно. все бегают в наушничках такие. И я решил тоже начать, как они. Закончилось это...
пением песен. Холодный душ быстро стал надоедать. Через неделю поймешь, что он слишком холодный. А потом бегание, в общем, уступает место здоровому утреннему сну. Я по берегу залива ранним утром пробегу, а волна плеснет лениво и намочит мне ногу. Я песок ногою взрою и оставлю мокрый след, а волна его накроет, в море смоет и привет. Вот и все, и что ты бегал, что не бегал. Океан большой зеленый крокодил, белой пеной, как моим московским снегом, смоет все, что я вокруг понаследил. На просторе океанском штормы песенки поют, а в заливе в мексиканском исключительный уют. В нем полным-полно планктона, рыбы, птицы и зверья. В нем в трусах своих зеленых по утрам бываю я. И кружатся, и кружатся, и кружатся пеликаны, попугаи, воробьи. И еще примерно поводов 15 размышлять о жизни, смерти и любви. Я по берегу залива поздним вечером пройду, и нога моя пугливо вдруг почувствует в аду, и душа моя нежданно вдруг почувствует тоску. И тогда я чемоданы упакую и ку-ку. Вот и все, пора домой в родные стены, и следы океанических забот белым снегом, как моей соленой пеной, постепенно, постепенно заметет. Вот и все. И что ты бегал, да, что не бегал. Не бегал. Хочу тебе сказать, что вот под один Новый год мы с моими детьми, выйдя на улицу и, значит, там понастрелявшись всяких петард, почему-то у нас произошел какой-то слом. Но это было не слом, а слом на ваших песнях. Потому что мы стали как сумасшедшие на улице, бродя вокруг, значит, снежными дорожками. Мы спели целиком два диска. С ума Алексея Иващенко и Георгия Васильева. Здорово. «Припадки молодости». Да, последний и предпоследний. Хороший диск. А скажи, да, пожалуйста, вот это было уже, правда, давно, но когда этот диск выходил, вы с Георгием приходили ко мне на радиостанцию, и тогда прозвучала такая шутка, которую я могу озвучить, что следующий диск будет «Проблески маразма». Тоже. Ну, да, первый, да, и второй, да, или последний, могу, и предпоследний. Могу, могу, могу. Ну, пока как бы далеко до этого. Да могу, пожалуйста, продемонстрируй. Да? Да. Давай. Да. Романс. Почему ССС, объясняю. Первую строчку сочинил года 4 назад, лежачи в гамаке у своего приятеля. Строчка была такая: как приятно лежать в гамаке. И дальше дело не пошло. 4 года думал, что не хватает. Потом понял, не хватает буквы С в конце. Как приятно лежать в гамаке. Дальше все пошло тут же. Романс, который называется «В гамаке». Как приятно лежать в гамаке, полосатом, как старый матрас, и на собственной левой руке сладострастно давить комарас. И с природой дышать в унисон, и тайком сквозь шатер бузины любоваться на послеобеденный сон близ лежащей в шезлонге жены. Ну а может его не давить? Вдруг в осоке в ближайшем пруду
Он успел уже гнездышко свить и дитям добывает еду. Не сиди ты, комарик, на мне, хоботок от руки оторви, полети и пропой близлежащей жене о моей бесконечной любви. Ла-ла-лам, ла-ла-лам, ла-ла-лам. Ты скажи ей, что я был неправ в позапрошлую среду, когда дерзко нормы морали поправ, сладострастно глазел не туда, что, конечно, я был дураком, но не век же гореть мне в аду лишь за то, что невинно водил хоботком. Ничего не имея в виду. Ты уж ей погуди, позвени, на мужскую посетуй судьбу, а потом от меня лобызни прямо в нежную жилку на лбу. Впрочем, если ее разбудить, нас обоих неверно поймут, так что нече далече за смертью ходить. Погибай непосредственно тут. Все. Это не проблески маразма, да, это впадание совершенно в другое, какую-то да. крайность. Возможно. Леш, скажи, пожалуйста, ты в каком классе учишься сейчас? В каком смысле, в каком классе? Или ты не родитель, разве? А, в этом смысле? В этом, конечно. Да, я закончила уже нет, 2 года назад. Нет, я родитель, я учусь сейчас, объясню, почему вздрогнул. Потому что дочка сейчас учится в 10-м, вернее, до Нового года училась в 10-м. Уже в 10-м, Маша. Да, я остался еще 11-й, и вот на семейном совете было принято ответственное решение переходить в экстернат. Ну, учится хорошо, практически все пятерки, языка 2. И будем сейчас соображать, что делать. Ну, что год еще? Она говорит, да и... А она сама еще не сообразила чего, да? То есть нету... Да уже сообразила, на самом деле. Ну, уже сообразила. Да, сообразила, но я просто боюсь сглазить, потому что там... Надо. Ну, что говорить. Она играла в детской труппе мюзикл «Норндост». Все они сейчас в творческих вузах. Практически все. Это такая инфекция очень серьезная, на самом деле. Потому что... Вот у нас недавно был... Юбилей у нас был, 5 лет премьере «Норд-Оста». Да. И на ступеньки нашего «Норд-Оста» пришли ребята, такие выше меня ростом, здоровые. Алексей Игоревич, здрасте. Это наши «Норд-Остики», которые играли в самом первом составе. Они сейчас здоровые, ребят, кто-то учится. И они все собрались, а их было-то ведь, на минуточку, 11 человек в каждом спектакле, это значит, было 3 состава. 33 человека играли, запасной состав 44 человека, плюс труппа подготовительная. Итого около 60 человек детской труппы. Вот приходит эта банда, которая говорит, что «Норд-Ост» — это лучшее, что у нас было в жизни. И мы будем не мы, если мы вырастем и его не восстановим. И они все уже разобрали себе роли. Труппа готова. Леша, а я еще вот что хочу спросить. Ведь дело в том, что тоже вот Алексей Иващенко не был бы Алексеем Иващенко, если бы без конца не создавал какие-то проекты новые. Вот на моей памяти один из последних, ну не один из последних, уже это уже как бы, так сказать, пройденный этап, но тем не менее совершенно великолепный, на мой взгляд, проект «Босанова». Переводные. Ты можешь сейчас спеть? С удовольствием. Если каналу «Ностальгия», если он готов, как бы, это не совсем мои песни, у них есть авторы. Да, есть авторы. Жабим там, например. Да. А переводили вы... Мы переводили их, да. Переводили их с Ирой Богушевской. Ага. Это была ее инициатива. Она сподвигла меня. Мне казалось, что это очень интересно, но очень сложно. Это оказалось действительно очень сложно. Мы переводили с португальского, которого мы не знаем.
Поэтому нам делали подстрочники, мы слушали созвучие, пытались понять, как это зарифмовано в оригинале. Потому что английский перевод — это просто смешно. Он меняет музыкальную ткань песен. Это неправильно все. Леш, я тебе страшное скажу. Наша программа подходит к концу. Да. То, что ты сейчас споешь, это будет... Я не скажу последние песни, это будет крайние песни. Это знаешь, сейчас даже в МЧС говорят, не говорят последние, да. Говорят крайние песни, на всякий случай. Я очень благодарю тебя, что ты был сегодня моим гостем. Ты у меня был первый, милый. Хорошо. Ты был моим крестным отцом. Теперь уже все, кто будет приходить, будет крестный отец 2, крестный отец 3 и так далее. Хорошо. Тем не менее, я это запомню и тоже буду считать каким-то знаком. Мне нужно попрощаться с телезрителями. Я хочу им напомнить, что в эфире была программа «Споемте, друзья». В гостях у меня был Алексей Иващенко. И, пожалуйста, не забудьте через неделю включить телевизор, программу «Телеканал Ностальгия». И тогда мы обязательно споем вместе. Антонио Карлос Жобим, Винисиус де Мораеш, русский текст Ирины Богушевской и Алексея Иващенко. «Самба на одной ноте». Песня концептуальная. Я нашел такую ноту, всех иных она звучней. Все оставшиеся ноты отдыхают рядом с ней. Если ноту я другую ненароком запою, после снова не могу я не исполнить ту свою. Крутится планета, я хожу и ничего не понимаю, не понимаю. Просто ноту эту никогда я из ушей не вынимаю, не вынимаю. Утром форта, ночью пьяна, и сегодня, и потом. Пусть не молкнет постоянный мой любимый камертон. Реют ноты над планетой, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Я же помню только эту, петь другие не проси. Реют ноты над планетой, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Я же помню только эту, петь другие не проси.